А вот оно и ущелье Маска, про которое я так много слышал, и которое мне сегодня довелось посетить и увидеть. Ради этого стоило 4 часа пилить в гору и проехать 50 километров за 4 часа. Я реально дико устал. Выехал в 9 утра. Сейчас уже 2 часа дня. Из еды во мне поместилось 6 бананов и одна шоколадка Марс. Вот. Но говорят, есть пеший маршрут, он по тому ущелью вниз к морю, откуда Путников забирает кораблик. Ну, пеший это как-то совсем серьезно. Я на велике спущусь. Пора уже на пляж. А пока маленько приблизим того. Спасибо.